Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаёнка 9. В этом году ведущие журналисты холдинга посадили аллею из туи и занимались генеральной уборкой дворовой территории. Несмотря на непогоду с утра, удалось выполнить все работы. В планах сделать зеленый парк с большим количеством живых растений и деревьев. Для того, кто работает, погоды не существует. Для того, кто работает, существует цель сделать что-то, изменить к лучшему, конечно. Мы планомерно по субботникам, кроме таких общих, что называется, взносов в общую копилку нашей страны на благие цели, мы традиционно улучшаем нашу территорию, чтобы здесь было удобно потом летом и творческие планы вынашивать, и общаться, и даже подводки какие-то журналистам снимать на фоне красиво посаженных, красиво ухоженных газончиков. Республиканский субботник сегодня проходит по всей стране. В нем принимают участие более 3 миллионов человек.